В Санкт-Петербурге во второй раз в эпоху КХЛ проводится предсезонный турнир в память о выдающемся советском голкипере Николае Пучкове. Нынешний состав участников соревнований в точности повторял прошлогодние. На петербургском льду скрестили клюшки местные СКА, финские Йокери, череповецкая Северсталь и Сочи. В рамках турнира, который прошел с 17 по 20 августа, леопарды провели 3 матча. В понедельник хоккеисты из Сочи уступили хозяевам турнира со счетом 5-2. Во вторник команда Вячеслава Буцаева обыграла финский Йокерит со счетом 2-1, а в среду леопарды взяли верх над Северсталью со счетом 3-2. По итогам турнира сочинцы, как и в прошлом году, стали вторыми. На первом месте обладатели Кубка Гагарина прошлого сезона – питерский СКА.